Все меняется. Меняются города и страны, поколения и эпохи, устои и традиции. Но настоящие герои всегда остаются прежними, с незначительными изменениями. Знаете, мистер Холмс, прошлая ночь явно удалась. Да, Ватсон, после той оживленной дискуссии о солипсизме я практически ничего не помню. Но я до сих пор считаю, что вы были неправы. Знаете, мистер Холмс, я все же останусь при своем мнении. Свежая газета, мистер Холмс. Что сегодня нового? Опять ограбление. Прошлой ночью из магазина элитных музыкальных инструментов был похищен раритетный баян. Полиция, мистер Холмс. Простите. Здравствуйте, Шерлок. Здравствуйте, Ватсон. Помогите. Весь отдел всю ночь на ногах, никто не сомкнул глаз. Мы не можем выйти на след пропавшего баяна. Помогите нам. Похищенный баян, говорите? Ну что ж, что вы думаете по этому поводу, Ватсон? Хотя баян... баян — это всегда интересно. Мне кажется, Ватсон, это дело рук Мариарти. Я думаю, не нужно делать поспешных выводов. Давайте сначала осмотрим место преступления. Шерлок, я, пожалуй, расспрошу продавца. А я пока осмотрюсь. Что произошло? Меня ограбили. Можно поподробнее? Неизвестный зашел, ударил меня по голове и забрал баян. Ватсон! Да? Скажите, вам это о чем-нибудь говорит? Это? Это же банный лист. Да, значит, следовательно, Мариарти не мог ограбить этот магазин. Почему? Потому что он вчера не был в бане, потому что в бане были мы. Вот это поворот. Кто-то разбросал по всему подъезду листья. Это же элементарно, Хас. Сожалею, мистер Холмс, но мне придется вас арестовать. Давайте. Вы обвиняетесь в краже.